В актовом зале Пушкинской школы номер 6 яблоку негде было упасть. Старшеклассники школ района собрались здесь выяснить, кто лучше знаком с избирательным законодательством Российской Федерации. 12 команд пушкинских школьников встретились на муниципальном этапе 4-й областной олимпиады по избирательному законодательству. Тема была для всех одна – институт губернаторства, история и современность. С самого начала царства Александра II во всех законодательных актах рассматривалось введение расширения прав губернатора. До 1864 года губернатор разделяет правоведных и гражданских от главы губернатора, стал очень потребным престижным местным управлением. Разные решения одной темы, задор и изобретательность говорили об отличном знании вопроса. Сатирический подход к некоторым аспектам политической жизни страны говорит о растущем интересе к событиям, составляющим нашу современность. А знание истории вопроса дают уверенность в правоте принятых решений. А самое главное – это интерес к окружающей жизни, осознанное отношение к происходящему вокруг. Заряжает энергией на самом деле. Здорово, что у детей есть интерес именно к избирательному законодательству, к истории нашей России. Ну и вообще как бы здорово, все весело, активно. Побольше бы таких конкурсов, состязаний и олимпиад. Муниципальный этап областной олимпиады по избирательному законодательству дает возможность не просто заявить о себе, о своих знаниях со сцены. Конкурс дает понимание, для чего нужны избирательные права и как ими пользоваться. А это, в свою очередь, может сформировать потребность улучшить окружающую жизнь. Все-таки вот эта политическая грамотность, их активность, она все-таки позволяет им глубже изучить все процессы, которые происходят у нас не в отдельно взятом образовательном учреждении, а в принципе в нашем государстве, в нашем районе. И было бы здорово, чтобы ребята вот загорелись бы этой идеей и постепенно, шаг за шагом бы росли. Сначала бы участвовали в работе молодежного парламента, проявляли там свою активность и работали совместно с советом депутатов районным. Готовясь к олимпиаде, каждая команда находит для себя новое, интересное и полезное для использования в реальных жизненных ситуациях. Лучшего понимания законодательства и политического устройства страны. Молодежь знала все о устройстве законодательства права и, вступая во взрослую жизнь, уже понимала, как что устроено в нашем государстве. На самом деле это очень интересно. Все это узнавать, знакомиться с другими людьми тоже посредством репетиций. И даже приходя в другие школы, тоже знакомимся с другими ребятами. Также для общего саморазвития. Да? Некоторые участники нашей команды уже второй год выступают. В прошлом году мы заняли первое место в районе. Надеемся на сегодня на победу. А лично для меня важно, это наша школа, это наши права, это наше законодательство. Мы все должны знать его. Это то, что мы все обязаны и должны. Это наше будущее. Это наша честь. Это наша жизнь. Это наша команда. Команда идущие вперед! Евгений Ромашихин, Алексей Сухой, Влад Михалев, Пушкинское телевидение.